опять подпишись, бро. Пуля на вылез, нами, let's go. Не важно, кто ты, новичок или бро. Мне харина проникает в твой дом. Пуля катает, подпишись, бро. Приветик, ребятки, вы на канале Пуля Ютуб, и я рад тебя здесь приветствовать. Сегодня мы с вами заценим две сборки, Search на миниганах 12 и Tengu на миниганах 8. Но перед началом видео, я по традиции попрошу вас жмякнуть мне лайк, и кто еще не подписан, то скорее подписаться. Ну а мы начинаем. Итак, сейчас мы с вами посмотрим характеристики на два типа этого оружия, также урон без пилота и с пилотом. И в конце всего я проведу реальные бои, и вы для себя сделаете выводы по этому оружию. Кто впервые смотрит за миниганы, то хочу сказать, что они есть на 6, 8, 10, 12 и 16 энергии. Не путайте его с штурмовым видом оружия, так как оно относится к тяжелому вооружению. Сейчас я вам покажу сравнительную таблицу на максимальной прокачке 8 и 12 миниганов. Более подробную информацию вы сможете посмотреть у себя на аккаунте, зайдя в раздел «Инвентарь и оружие». У нас имеется легендарный пилот Асмодей и такие вот импланты. Мне, кстати, интересно, насколько теперь уменьшилась перезарядка оружия. По стандарту она здесь имеет 17 секунд. Итак, из 17 секунд осталось 10. Цифра радует, но это если вы поставите легендарные импланты. А теперь, просмотрим наносимый урон. И сколько мне нужно секунд, чтобы убить врага. Хочу сказать, что моим противником везде будет Гвардиан на фул прокачке. I'm just an oddity, my commodity brings all the way to the last of me.
Как видите, миниганы 12 в паре с легендарным пилотом дают отличный результат. Восьмые немного слабоваты, поэтому если покупать и качать, так лучше уже начиная с 12-х. Данный ролик я записал по просьбе подписчика, и делая вывод скажу, что Тенгу на миниганах 8 не очень хорошая сборка. Особенно если у вас есть противники или боты с фуловыми сборками. А Search показал довольно приличный результат. А что думаете вы по данному вопросу? Напиши мне свое мнение, учитывая эти показатели, которые вы видели в моем видео. Жду твоих комментариев. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, я, Пуля. До новых встреч.